Привет-привет! Вы на канале Color of Fantasy Art Gallery. И с вами я, Диана. Hello, everyone! I'm Diane, Color of Fantasy Art Gallery. Ну, вот почему я вышла сегодня во дворик. Я хочу поделиться с вами нашей погодой. У нас тепло, солнце. У нас мы вот в летних еще ходим по летнему, значит, да. Я живу в Бахрейне. Бахрейн у нас, значит, ну вот уже начинает потихоньку похолодание, но не будет такого сильного холода, а будет просто прохладно, как вот у нас, например, весной. Вот. И я решила выйти и показать вам вот мои питомцы. Видите, да? Вон они сидят. Это у меня принцесска, Юдик и мышка. Вот три. Три балбеса, которые доводят меня. Вот. И что я хотела сказать вам. Во-первых, хотела сказать, что на 6 тысяч подписчиков, за что я очень-очень вам благодарна всем, всем новым подписчикам и всем моим старым подписчикам, которые только-только начинали. Сегодня я просматривала ролики, я уже почти год, вот, наверное, в феврале, нет, не в феврале, но уже почти год, значит, ровно год я записываю, это уже будет два года. Это вот сейчас уже второй Новый год получается, да, я начала записывать где-то, наверное, в конце декабря, может, начало января, и стала первые эти видео ставить, значит, туда. Вот, и я хочу что сказать вам? Сказать вам всем спасибо огромное-огромное за то, что вы со мной, за то, что вы поддерживаете меня. И благодарю вас всех-всех-всех за ваши комментарии, за ваши, значит, лайки, которые вы ставите. Иногда бывает, что я и сама вижу, что это некрасиво, но я вижу, что вы меня поддерживаете и пишете, нет, это все нормально. Да, я понимаю, что это, хотя я как уже человек, который уже занимается этим, как бы, ну, не маленький срок, я уже понимаю, что там что-то было не так, но меня как бы не захотели расстраивать. И это правда, это очень-очень ценно, я ценю это, я вас всех-всех-всех люблю. И очень-очень-очень хочу, чтобы мы остались на долгие времена. Значит, вот сейчас год кончается, осталось у нас немножко совсем времени, да. И еще, конечно, я еще буду говорить там и буду выступать. Может, поздравлю вас всех с Новым годом. Вот. Но сегодня на самом деле я хочу сказать, я счастливая женщина. Может, хороший человек, но, ну, я не знаю, я счастливая женщина. Я счастливая женщина. На Новый год я, может быть, у меня есть, значит, есть маленький секретик, с которым я хочу поделиться, мне хочется вам все рассказать, но пока я немножко сдерживаюсь, и это будет интрига на Новый год. Ну, может быть, кому-то это и приятно будет, а кому-то, может, скажешь, ну и что, вот там у нее там что-то произошло, да, вот. Но я на самом деле очень вас люблю, хочется делиться своей радостью, и хочется вам все рассказывать, да, но не всегда это получается, во-первых, потому что, ну, нету иногда времени, не бывает такого времени, а иногда и просто, ну, я уже стала больше серьезнее к себе относиться, и мне не хочется расстраивать моих подписчиков, и если я снимаю какое-то видео и вижу, что это что-то не так, и не, если раньше я все ставила на канал, то сейчас я иногда лень записывать, а иногда я записываю, и вот мне самой это не нравится, но когда смотрят, например, мои близкие, да, они говорят, ну, это же красиво, я говорю, не, все не красиво. Красиво, я все эти видео все удаляю. Вот. Но теперь я решила, что я удалять больше не буду никаких видео. Я буду ставить. Вот получилось, значит, будут смотреть так, как у меня получилось, а не именно, значит, когда ты готовишься чего-то. Да, я понимаю, многим это надо, чтобы было там сначала подготовились, там и все. Но мне, у меня получается все спонтанно. Я не знаю, как вам это объяснить, но я могу не готовиться вообще. Я могу просто сидеть, потом встала, и, значит, сразу я что-то записала. Прям буквально неожиданно мне там пришло в голову, а вот надо мне вот это попробовать. И я это делаю. Понимаете? И я не знаю, как это объяснить, я не знаю, как мне построить этот план для того, чтобы там, например, сначала мне там все подготовить, вот, это все надо все вам сказать, рассказать, но не получается у меня так. Поэтому очень много видео я сейчас не записываю. Я, если записываю, то, значит, это быстро все спонтанно, и мне кажется, что сейчас опять мне напишут, вот, у вас там не так, и вы что-то вообще не готовитесь, вы должны подготовиться.
Вот. Ну, я теперь вот постараюсь, значит, ставить. Я решила для себя, я думаю, что, наверное, не все же одинаковые. Нас очень много людей, и пять пальцев, как говорят, у нас не одинаковые, да. И, наверное, кто-то, кому-то нравится, а кому-то, может, и не нравится. Так я буду ставить теперь видео, которые я снимаю спонтанно. Вот. Так что будьте готовы к таким спонтанным действиям от Дианы. Вот. И сегодня на 6 тысяч человек. Я благодарю всех вас, благодарю прям миллионы раз. Я очень-очень рада. Во-первых, 18 числа для меня это тоже день такой запоминающий. Я впервые монетизировала свой канал. Вы представляете, 10 лет каналу, 2 года почти уже, скоро 2 года я записываю, значит, вот эти видеозаливки там. И, ну, у меня есть еще другие, значит, да, записи. И вот в течение всего этого времени мне сколько говорили, монетизируй, а я все еще, ну, я, во-первых, не понимала, а во-вторых, ну, это нужно было, чтобы мне помогли, но мне так и не помогли, между прочим, я сама это сделала, я там что-то нажимала, перенажимала, короче, и, в общем, как-то у меня монетизировался канал, в общем, теперь буду надеяться, что никаких нарушений у меня не будет с моей стороны, и что я опять не залезу в какую-то там эту, там какую-нибудь систему, чтобы не испортить этот канал. Вот. И, в общем, я очень долго болтаю, 6 минут, и сегодня я вот сейчас зайду домой, значит, да, и я сегодня сниму вам видео. Пусть это будет небольшим видео, наверное, может быть, подумаю сейчас, что мне придет в голову, да, но я покажу сегодня, как я нашла это, значит, у иностранных вот этих, как, у иностранных сайтов, в иностранных сайтах я утащила одну идею. Я увидела, как покрывают джессу, какой, значит, щеткой. Джесса — это у нас, когда мы покрываем холст, да, перед тем, как заливки делать, там нужно 2 раза покрываю я холст, и все время я это делала кисточкой, а сейчас я нашла еще легче вариант, который можно прям буквально 10 этих холстов просто делать и без проблем. Но я вам сейчас покажу, и вы посмотрите. Привет-привет еще раз, вы на канале Цвета Фантазии, и я Диана. Как и обещала, я сейчас вам покажу, как я покрываю холст. Значит, вот смотрите, вот такие щеточки, вот, вот такая щетка. Эта щетка у меня уже давно, да, я ее купила когда-то уже, ну, наверное, месяцев 5, может быть, если не больше, она у меня, эта щеточка. Я, когда иду в хозяйственные какие-то магазины, там, ну, вот где у нас супермаркеты, где есть для дома там краски, мраски, я все смотрю. И вот мне попалась вот такая щетка, да, сейчас я побежала и купила уже новенькую, чтобы вам показать, вот, видите? Шурлайн написано. Вот такая в упаковке она была. Я не знаю, зачем тогда я ее брала, но я покупаю всегда что-то новенькое, думаю, ну попробую, что-то получится, да. И вот я ее брала. И вдруг недавно, где-то, ну, может быть, наверное, может, не 15 назад, вдруг я попала на какой-то канал, нечаянно там смотрела какие-то, значит, как художники рисуют, да, не заливки, а именно рисуют, и показано, как она, как там, значит, сначала она покрывала холст 2 раза, она показывает, как она покрывает, и вдруг я увидела вот эту щеточку у нее в руках. И я говорю, нифига, у меня тоже она есть такая щетка, а что она с ней делает? И вот я увидела, как она ей легко и просто покрыла, значит, холст джессу. Ну, я не знаю, у вас есть или нет, но, скорее всего, во всех, наверное, магазинах, я думаю, что есть они, потому что это для, именно вот для стен, там, для, может, кто-то для плинтусов использует. Эта щетка такая, знаете, интересная. Вот она, если доходит, она раз так и останавливается, уже не идет дальше так. И вот я, значит, сейчас я вам покажу. Смотрите, еще, да, я еще побежала, взяла еще одну вот такую, но она уже другая, это уже другой фирмы. Это уже новые у нас, вот привезли, видите, новую я купила, вот такая. Тоже вот написано Project Celest, по-моему, это вот кто выпускает, да. И вот тоже сон для краски. Но здесь почему-то она у нас другая. Я не знаю, видите, она тут на губке, она немножко по-другому, чем вот эта. Это просто, видите, она такая. А это здесь еще и губка есть. И вот я что думаю, я еще не пробовала, потому что она новая я взяла. Я теперь думаю, может быть, я попробую большие холсты,
покрывать вот этой вот, значит, лаком, вот этой щеткой. Я попробую, я еще не пробовала. Но я думаю, что будет классно, потому что линии будут вот ровные, и не будет оставаться полоски здесь, потому что есть губка. Но я еще так думаю, пока не пробовала. В общем, если попробую, я вам скажу. Дальше, сейчас я это все отложу и покажу вам, значит, как вот это уже использованное, это вот. Такая, вот такая. Если где-то вам попадется, вы можете ее купить. Она не очень дорогая была, эта щетка. Я почему-то ее тогда взяла. Теперь смотрите, вот как мы будем делать. Вот у нас есть большой холст, да? Значит, сколько он у меня тут? 18 на 24 inches, 50 на 60. Я уже записала. И вот так вот я делаю. Вот, сейчас я открою. Вот, смотрите, видите? Я просто вот так вот. Видите, вот я вот так немножко вот сделала, да? Вот. И сейчас начну обмазывать холст. Надеюсь, что я вам видно будет, да. Вот, смотрите. Зато ни полосок не остается, видите? Ни линии, ничего. Вот смотрите. Все, 3 секунды и готово. И не так много уходит джесса. Потому что, видите, вот он. Вот такой. Ну, сейчас я еще добавлю, потому что здесь мало, мне так кажется. Все, 3 секунды и готово. Сейчас я еще добавлю, потому что, видите, уже все. Чуть-чуть еще могу добавить. Вот. И уже покрыть середину. Теперь я вот так пройдусь полностью. Вы видите, ни полосок, ничего абсолютно здесь я не вижу больше. Все. Если кисточкой делаешь, смотрите, видите, вот так, да? Потом вот так раз прошлась. Вот, все. Она подсохнет, и уже никаких полосок, ничего не будет. Все. Вот, 2 минуты, и холст у меня готов. Вот, видно вам? Видите, нету полосок от кисточки. Вот, дальше я здесь уже вот так вот покрою. И джессо ушло совсем мало, а то раньше очень много у меня вот это грунт. Значит, у нас называется грунт он, да? Очень много уходило. А сейчас, пожалуйста, вот, совсем немножко, и холст у меня уже готов. И так я могу покрыть несколько холстов сразу. Ой, сори. Я тут уже задел. Вот, смотрите. Вот вам, пожалуйста, готовый, покрытый грунтом холст. Если есть возможность, вот смотрите, видите, он как... Потом я его просто щеточку помою, и все. И опять же можно оставить и использовать уже на другие. И вот у меня сейчас две эти щеточки, поэтому я буду пользоваться одной из них, буду красить черным, значит, грунт. Джессу, а второе буду оставлю для белого. И все, и вот я буду использовать его. Так что вот так я вам показала. Огромное спасибо всем за ваши подписки, за ваши комментарии. Пока записывала видео, еще 3 человека вошли. Вот, вам всем привет, кто у меня новый, кто только вошел после этой записи, будет еще заходить. Вот, всем пока-пока. Люблю и всем хорошего сегодня дня, вечера или утра у кого.